столице Чувашии стартовал предолимпийский чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования продлятся до 27 июня. Эти испытания – заключительный этап отбора на Олимпиаду в Токио. В торжественной церемонии открытия принял участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Внимание! Здесь жарко и в прямом, и в переносном смысле. На Олимпиаду хочет попасть каждый спортсмен, так что страсти накалены. Да и погода подливает масло в огонь. 30 градусов тепла, и это в тени. Первыми на дорожке появились мужчины-десятиборцы, сразу за ними женщины. Всего же в рамках чемпионата России разыграют 42 комплекта наград. Но на Олимпиаде в Токио смогут выступить не более 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тренерский штаб сборной рассчитывает 28 июня огласить фамилии олимпийцев. Верим в том, что наши спортсмены, выдающиеся спортсмены, они достойно выступят на Олимпийских играх. И это еще дополнительный импульс даст развитию российской легкой атлетики. Республика уже имеет в своем активе много достижений. Надеюсь, такой импульс он сохранится в дальнейшие годы. И в следующий приезд у меня еще больше будет позитивных эмоций, чтобы с вами поделиться и гордиться достижениями вместе. Олег Матыцин провел семинар-совещание с участием представителей субъектов страны по вопросам реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Профильное министерство запланировало серию подобных встреч и обсуждений во всех федеральных округах России. Основная задача – получить обратную связь от населения. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Атиков, Республика.